Итак, первая большая зона приключений это Грозы Леона, раскопки и Солы. Да, и мы сюда отправляемся. Я уже здесь поговорил с NPC. Зона большая. Ну, в принципе, основное это захватить вот эти порталы, босса в конце убить. А также мы... Так, также мы будем получать кредиты за каждое выполненное задание. Ну, кредиты, искры. Искры. Вот. Ну, продолжаем бить, да, процентики зарабатываем, выполнение заданий. За выполнение. Так, давайте сюда пойдем. Я последним практически ударил, но мне все равно засчитался квест. Привыкнуть немножечко к управлению. Я что привыкать, просто буду немножечко играть, привыкну. Все-таки пока основная игра Terra. Ну, как минимум до осени, скорее всего. Ну, может быть, чуть пораньше, посмотрим. Это просто такой типа обзорчика самой игры, что можно ожидать. Так, и портал. Портал можно захватить. Портал захвачен. Отлично. Один из четырех захвачен, активирован. Почти убил этих монстров по окрестностям. Зонд еще нужно. Так, отлично, одно выполнил. Иди, да? Да. Древние скрижали. Ты очень близко к одному из источников энергии. Внимательно осмотрись. Я разговариваю со статуей. Какая-то летающая, прозрачная, недорисованная статуя. Воу. Майл, фиксит. Что это за рисовка? Так, мы получаем награду, ледяная оправа, ого, ледяная оправа синяя. Буран увеличена. Тоже 15. Почему нажимая на крестик, у меня не выходит? Ну, я хочу, чтобы я нажимать на крестик и выходить. Ого, дали нам скилл. Дали, правильно. Умение зарядки. У нас теперь два скилла, которые заряжаются. Атака и атака. Окей. Так, в этой зоне нам нужно достать вот эти следующих зондов. А, вот, точно, у нас же теперь вот. Это клевая штука. Она очень клевая. Это вторая массовка.
Ну, не только массовка, она очень сильно бьет. Так, выгрызть информацию с зондов. Где они еще? Вот они еще. Еще один остался. Или два. Или два. Вон големы начинают идти. Давай, давай, работай. Отлично, нам дали еще искры. Бура надо кастовать сразу. Он на местность кастуется. Иначе будет неудобно. Это типа заморозка. А, понятно. О-о-о. Самонаводежка. А в него же если попадет, как это? Он еще вылечился. А, я опрокинулся. Я первый раз опрокинулся. Надо это отметить. Так, еще один, одна древняя скрижаль. Опять скрижаль фигово нарисована. Так, а еще пару големов. Да, ты знаешь, да. Как-то зашифрованные. Это не просто послание. Это код, скрытый в послании. Данные скрижали как-то зашифрованы. Это не просто скрижали. Это код. Посторонним вход запрещен. Одно задание сделано. Нам дают искры. Так, куда дальше идти? Дальше мы пойдем вот в эту нычку. Здесь два задания. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Окей. Значит, мы точно сюда идем. 50 метров прямо по курсу. Пульса нет. Поиск пропавших. Погиб, это ужасно. Конечно, это ужасно. Как иначе? Сюда нельзя. Это запретная зона. Сюда нельзя. Это запретная зона. Вот это робота голос прям. Разрушенный голем. Собрать образцы неработающих древних големов. Это какой-то злой парень, по-любому. Что, смерти не боишься, не душу? Какой себе лучник, конечно.
Так, ну да, мы сейчас здесь проходим и после этого идем налево. Странно, за них ничего не идет. За них и не должно, покуда идти. Так, активировали. Или рановато, чтобы за них шло, но странно. Еще одно задание сделано. А, нет, вот идет, идет, все-таки идет. Просто не отображалось. Сразу. Разведчики. Труп ученого. Блин. Надо перебить потом. Да или ладно, не буду перебить. Смысл даже. Не найдем. И нету. Тут тоже нет планшета. Интересно. И тут тоже нет планшета. Опять двигающаяся фигня. Давай, восстанавливайся. Не хочешь восстанавливаться? Да? Ну, буранчик неплохо бьет. Настоящий. Урон. Что я получил еще кольцо духа. Так, отвага, удача, дух, сила, дух, удача. Ну давайте так сделаем. Так, мне нужны вот эти частицы мастерства. 5 5 6 6. Так, что у нас тут еще есть такое? Вот престиж. Нет, еще не работает. Окей, возвращаемся назад и теперь налево, следующую зону. Да, конечно, немножко скучновата игра пока что, ну, хотя я не знаю, кому-то, наверное, нравится. Терра знаешь, что ожидаешь на самом деле, поэтому играют, ну и плюс персонажи такие симпатичные, и здесь тоже вроде неплохо нарисовано. Нифига себе, он летает. Блин, не успел. Как так он так быстро кастует? Не, пинг что ли плохой? Я просто на бас. Надо привыкнуть здесь, конечно, к кастам. Мы сразу идем сюда. Здесь что-то должно быть. А вот ученый еще. Thank you.
Опять планшет забрали, все да? Все вещи на месте, кроме планшета. Видимо, бандиты тоже хотят что-то узнать об этих руинах. Стоит поискать планшеты на их базе. В глубине. О, слушайте, а раньше-то большой у скилла. Защищай компьютер, там 25 метров. Так, отлично, сделал это задание, и по-моему 7 из 7, и босс. Последнее задание, это босс. А, в общем, видите, здесь есть 7 из 7, да, и в некоторых есть дополнительное задание убить босса. Вот он стоит. Или это не он? Нет, он не он даже. Или он. Ну, убьем, посмотрим. Не, не он. Вот здесь босс находится. Здесь есть какие-то древние реликвии. А вот он босс, да? Нет, такой, конечно, босс. Тихо, спокойненько убиваем. Надо подлечиться. Да не проблема, из нее сверху выпадают. Все очень легко и просто. ФПС даже здесь приседает. То есть вот один я стою, бью босса. И ФПС 23-30. Ну, блин, активизация очень фиговая. Неужели они за столько времени, за 5 лет, когда не могли это сделать? Ну, серьезно. Я, конечно, ничего не говорю, но, блин, могли же сделать. По-любому. Я уверен. Все, часть прошла. Идем дальше. Я, наверное, данж разобью на две части. Ну, наверное, да, я... Хотя, наверное, быстренько закончу его. Да. И недолго осталось. Пробегусь по нему. И закрою. Ну, выполнение всех заданий дает дополнительную награду. Поэтому, если вы играете, обязательно делайте дополнительную награду. Если в код кто-то входит, по-моему, в данж, то появляются заново везде мобы. Вот они как быстро появляются. Мы просто их фармим. Все, дофармили и идем дальше. Бандиты механики теперь.
А, так, это уклад охранник. Они как-то взломали и перенастроили механоидов. Это может создать проблемы. Ох, вот это FPS. Дикий, видели, как он падал? Это жесть. Да. Ну, грубо говоря, такие лаги создаются только на Нексусах, и когда масса ВП большое, так что печально. А, бомба! Понятно. Что так можно убить его? А как он лечится тогда? Слышь, что за читерство? Что за читерство? Почему он так лечится быстро? Я его хотел убить. Так, где-то в этой зоне еще инженер. Ой, бандит-механик. Какой-то рейндж вообще здесь непонятный, вот серьезно. Что-то бью вроде близко, а вроде вообще далеко. Ой, так, еще одно задание выполнено. О, здесь вообще куча заданий. Бандит, механик. Резвая колбаса. Тоже неплохо. Да, если у них, допустим, это... У них там, наверное, какое-то легендарное оружие, по-моему, дается. Удивительно, что такой урон большой. Один включаем. Быстрый механик. Еще один быстрый механик. 5 штук нужно этих быстров убить. Детектор. А он лечит, что ли? Умри же. Так, что-то там появилось. Нет цели. Цель уже была мертва. Ну, простым ободроч, конечно, происходит. О, какая-то сундук. О, я его разрушил. Прикольно, а что из него было? Ничего. Еще два спессора надо убить, механика.
Так. Еще шарики. Так, и последний механик. Ослабление машин. Осталось убить надзирателей. О, блин, а надзиратель был. Ну. Кажется, мелкие это и есть надзиратели. А, нет, все, нормально, убил почему-то. А как он мне засчитался, если я его не бил? Странно. Ну, это Skyforge, знакомьтесь. Засчитывается, даже если вы ничего не делаете. Вау. Бесплатно по-русски. Ладно, ты там выпендриваться будешь, по твоему виду это видно. Поэтому мы идем. Что мне дали? Сумку положили. А, он. Эти. Так, экипировка. И мы вот сюда поставим. На C1. Ctrl-1, наверное. 7-7. Так, не, мне нужно дробь. Удача, дух, сила, удача. Так, блин, что-то я не продвигаюсь. Ну сейчас нормально будет. Сейчас начну продвигаться. Меня подставили. Ого. Алло. О, можно панель быстро доп, чтобы нам по H, например. Картина начинает складываться. Чем мне жезл дали? Зачем мне дали жезл? Объясните. Так. Все, идем дальше. Игнорим вот этих. Быстренько. Да, заканчиваем эту зону и продолжаем уже путешествие по... Нажать и удержать, чтобы поместить предмет на панель быстрого доступа. Ну ладно. Четыре раза нужно. Три раза нужно использовать эту штуку. Так, сначала мы портал сразу откроем. Ну. Портал открыт, все окей. Странно. Сигнал как будто бы ослаб. Что там? Что ты видишь? Что там? Что ты видишь? У-у-у. Нужно этих поубивать. Появляется и появляется. Значит, мы просто поубиваем. Направлять в одном направлении? Не слышал. Делаем. Еще там кто-то есть. Давайте мы сразу наверх пойдем. А, ну хотя нет, этот вроде никого не убивает. Не
Квест проседает дико. О! У тебя тащение, талант. Талант. Таланты влияют на твои боевые способности. Выбирай их и комбинируй так, как тебе нравится. Талант. Умения и таланты. Первый стать зарядка столов и... Ладно. Сбросить нужно человека. 8. Не знаю, что это такое за 8 человек. Это 8 человек, наверное. По-любому. Гарантии даю. Не, конечно, юзать скиллы на ходу это клёво. Это очень неплохо. Но ради этого только играть в неё не стоит. Ну а пока, на самом деле... Сырая очень игра. Ну, на самом деле, может быть, там реально классы. Я же так ни один класс не сделал. Я буду здесь потихонечку играть. Не торопясь. Сейчас, наверное, вот после этой локи я уже... паузу сделаю, мне уже надоело немножко. Вот, и пойду дальше к Зархам пытаться остановиться. Так, босс. Что-то его не пробиваю. Ну, давай, парень, помоги мне. Я умер. А как я умер? Я что-то не понял. Не понял юмора. А еще один какой-то босс. Ну ладно, что-то я провтыкал скиллы походу. А как он здесь, босс, оказался, мимо меня прошел? Странно. Еще дополнительно что-то получил. Куча кристальчиков, короче, я получаю. Так, ладно. Я здесь прервусь. Еще часть осталась небольшая. И уже в следующем видео закончу прохождение раскопок и солы. Всем до следующего раза. Играйте в Skyforge или не играйте, если вам вообще принципиально моего рук. Хотя попробовать игрушку можно. Но... на фоне той же самой Терры смотрит пока уныло. Очень уныло. Ладно. До следующего видео.